Приветствую тебя, дорогой зритель Универ Ньюс. Мир не стоит на месте и каждый день радует нас новыми новостями. Вот и наша ненасытная творческая команда уже готова рассказать тебе о самых интересных студенческих событиях. Ну что ж, ты готов? Тогда поехали! С тобой я, Анастасия Иванова, сегодня в выпуске. Успех пахнет нефтью. КФУ заключил договор с фирмой Пакер. Это не слухи. Газпромнефть удивлен успехом Казанского федерального. Татарстанский нефтегазохимический форум проходит с размахом. 200 нефтегазохимических предприятий России и зарубежья, 3 квадратных километра экспозиций, продукция 25 стран мира, тематические выставки и научно-практическая конференция. КФУ оказался в центре событий. Ректор Ильшат Рафкатович Гафуров подписал договор о сотрудничестве КФУ с научно-производственной фирмой «Пакер». В Казани состоялось открытие Татарстанского нефтегазохимического форума, посвященного столетию со дня рождения Шашина. Ведущие компании нефтяной промышленности России и зарубежья собрались на дискуссионной площадке, чтобы обсудить вопросы развития нефтегазохимической индустрии. Татарстан располагает высокоразвитым топливно-энергетическим комплексом, крупнейшими предприятиями по добыче, переработке нефти и производству нефтехимической продукции. Казанский федеральный университет расширяет границы делового сотрудничества. В рамках форума состоялось подписание договора о сотрудничестве между КФУ и научно-производственной фирмой «Пакер». Ильшат Рафкатович Гафуров и директор научно-производственной фирмы «Пакер» Марат Мирсатович Нагуманов подписывают соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки между Казанским федеральным университетом и научно-производственной фирмой «Пакер». Город Казань, 7 сентября 2016 год. В работе форума принимает участие более 200 предприятий России, Азербайджана, Австрии, Германии, Китая и Польши. Выставочная экспозиция представляет продукцию 25 стран мира. В ходе форума будут проведены 3 тематические выставки и 6 научно-практических конференций. Ксюша Дзен, Руслан Уразаев, Универньюз. В последнее время Институт химии, Институт геологии и нефтегазовых технологий привлекают все больше ведущих экспертов с разных точек мира. Чем уникальны разработки химиков и геологов КФУ, решили выяснить и представители «Газпромнефть НТЦ». Подробности далее. 6 сентября Казанский федеральный принял в своих стенах делегацию компании «Газпромнефть НТЦ». Внимание гостей покорили лаборатории Института химии и Института геологии и нефтегазовых технологий. А после делегация не упустила уникального шанса познакомиться с возможностями 3D-геоцентра и посетить центр дополнительного образования. С вашим университетом мы начали работать, наверное, года 2-3 назад, активно в рамках договоров с компанией «Газпромнефть». И то, что вот я сегодня увидел, наверное, в сравнении с тем, что было 2-3 года назад, я могу точно сказать, что университет активно развивается. Та лабораторная база, которая сегодня создана за последние 2 года, она достаточно мощная и способна там решать самые сложные задачи нефтегазовой отрасли. Гости вуза отметили, что КФУ не перестает удивлять. И, конечно же, не стоит останавливаться на достигнутом. Начальник департамента геологии и разработки «Газпромнефть НТЦ» поделился собственным видением дальнейшего развития Казанского университета. Вуз может занять достойное место в нашем инновационном окружении. Это первое. Ну и важное самое для федеральных вузов, чтобы их идеи, они получали путь для коммерциализации. А для этого надо, конечно, более тесно налаживать контакты с нефтяными компаниями, сервисными компаниями. Представители компании «Газпромнефть НТЦ» посетили КФУ впервые и не скрывают, что все увиденное не только восхищает, но и притягивает вернуться в Казанский федеральный за новыми открытиями. Аделя Мухаммедшина, Ленар Давлетьяров, Универньюз. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике «Бэд Ньюс». Ирак Зинуров встретился со студентами и преподавателями КФУ. Знаменитый ватерполист рассказал о том, как он шел к спортивным победам, как учился преодолевать трудности и не сдаваться, когда опускаются руки. В хадж отправились 900 паломников из Татарстана. Около 30% верующих из республики в Мекку отправились повторно. В Татарстане снизилась смертность от онкологических заболеваний. Число умерших пациентов трудоспособного возраста за 7 месяцев 2016 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%. В Набережных Челнах пройдет всероссийский конкурс «Лучший водитель грузовика». Призовой фонд конкурса составит 1 миллион рублей.
Интернет-площадка «Добро Mail.ru» для Казани начала работу во вторник, 6 сентября, в рамках городского проекта «Добрая Казань». Сервис позволит жителям Казани легко помогать проверенным фондам и развивать благотворительное движение в городе. КФУ поднялся более чем на 50 пунктов в глобальном рейтинге вузов QS. Казанский университет попал в группу 550 лучших вузов мира. У Центра семьи «Казань» пройдет энергофестиваль. Мероприятие пройдет в формате праздника для всей семьи. Московский ЦСКА обыграл казанский «Акбарс» со счетом 3-1 в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Для ЦСКА эта победа стала 6-й подряд в основное время в текущем сезоне КХЛ. В Татарстане определят лучшую научную работу в области искусства. Победитель конкурса получит содействие в организации зарубежной или российской стажировки в профильном образовательном учреждении. В КФУ прибыла делегация российской инновационной топливно-энергетической компании «РИТЭК». Казанский федеральный представил компании результаты предварительных работ по исследованию нефти и ее изменению после термогазового воздействия. Мы предлагаем посмотреть кадры, которые только что были получены с места события. Конечно, я сразу прошу в принципе. Окисление может быть и не очень высоким. Идет генерация нефти стероогена и минеральные породы, компоненты. Остаточно аналогично. То есть, когда порода нагревается, горизонтальная сложность, короче, как бы горизонтальная. Он имеет в виду здесь вот подземный труб провода. Наш выпуск подошел к концу. На этом у меня все. Не вздумай унывать, а лучше жди встречи с нами в следующем выпуске. Пока-пока!